Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 64, упражнение на полях. В этом упражнении мы должны будем решить ребус. Четырехзначное число мы делим на двухзначное число. Это у нас будет 32. И мы будем делить число 96. На 32 у нас получается 3, но так как при вычитании из какого-то числа 6 у нас получается 2, то это будет 98. Следующее число, которое мы будем делить, следующее делимое 224, мы делим на 32. И мы будем брать 22 у нас на 32 не делится, поэтому мы сначала будем делить 0. Ну а потом мы еще сносим 4, у нас 224 уже делится на 32. И мы будем брать по 7. 2 умножаем на 7, это получается 14. 4 пишем, 1 запоминаем, 3 на 7, 21. И еще 1, 22. Получается 224. Итак, мы 9824 разделили на 32 и получили 37. 307. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.